Последние 4 года из 11-летней истории турнира «Черноморская русалочка» соревнования синхронисток проходят в живописном уголке Сочи, в Красной Поляне. Состязания проводятся на открытой воде в 50-метровом бассейне с видом на горы. За званием черноморских русалок в Сочи приехали более 320 молодых спортсменок из 16 регионов России. Для сравнения, в прошлом было 150. Сегодня 28 команд от Владивостока до Калининграда и синхронистки из Казахстана. Есть в списке заявленных команд и сочинские. Большинство из нашей команды уже занимают более 7 лет. Мы выступали на таких достаточно крупных соревнованиях, как чемпионат России, первенство России, занимали достаточно высокие места. В турнире участвуют девушки 12-15 лет, и каждая из них может завоевать титул «Черноморская русалочка». Таких счастливец будет всего 9. Влада Чигирева вошла в число лучших в турнире в 2006-м и сейчас продолжает этим гордиться, уже будучи 3-кратной чемпионкой мира. Как и сейчас, тогда эти соревнования были очень дружескими. Много съезжалось народу и очень теплые соревнования. В программе первого дня турнира выступления групп синхронистки показали комбинированную программу. На этих соревнованиях абсолютно все виды программы, существующие в синхронном плавании, представлены. Это солистки, дуэты, комбинированные группы. Ближе к вечеру начались выступления дуэтов. Солистки попробуют воду уже завтра. Для кого она окажется легкой, станет известно 5 июля. Закрытие соревнований намечено на субботу. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.